Сейчас, когда нашу программу продолжит песня прошлых лет, самое время задуматься над тем, а не устареют ли эти песни, будет ли жить и звучать она дальше. Думают, что не устареет и будет жить дальше, потому что наша следующая исполнительница бережет и хранит их, как золотые россыпи в бурном песенном мире. Она сама пишет и поэмы, и песни. Руководитель театра башкирского «Ильгам» Мадина Ильгамова. Здравствуйте, дорогие гости. Пользуясь случаем, хочу сказать, 23 декабря, полседьмого будет здесь спектакль, называется «Шаурекей». Ну, на башкирском языке, кто как-то что-то понимает, приходите. Будет это основано на башкирской легенде. Мухаммадча Буранбулов написал вот эту пьесу. Кому интересно, приходите, здесь мой театр будет выступать. Добро пожаловать. Народная песня «Мехайзе». Хорошо, давайте, если пока он не видит, слышно, пока он найдет, я вам спою башкирскую народную песню. А капель, да. Субтитры сделал DimaTorzok. Ой, да,